И всем привет, дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. С вами, как всегда, я Рубик. И сегодня мы вместе с вами поиграем на Радмире, третий сервер. Ребят, ну, это такое обычная вставочка, обычный отдельно закадровый голос записан, потому что мне вам надо кое-что быстренько сказать. А сказать я вам хочу вот что. Смотрите, ребят, ролики по Радмиру уже записаны на... сейчас уточню. Получается, вот смотрите, последний мой ролик по Радмиру, это там, где... получил лицензию на оружие. Потом я сказал, в следующей серии мы поедем и используем нашу лицензию, то есть поедем на охоту. Но почему-то я так этот снял ролик, что я не закончил его. То есть я не попрощался, ничего, я еще там в следующий лес должен был поехать. Не знаю, может, просто забыл это записать. Я его решил удалить. Вот сейчас прям беру и удаляю. И сразу следующий ролик записать, который вот сейчас вы будете смотреть. Там тоже я чуть-чуть рановато начал говорить, и поэтому вы... так, пропустить. И поэтому вы начало... Ну, то есть, всем привет, вы не услышите. То есть, там тоже, короче, запись пока началась. Я уже начал говорить, но она еще не началась. Думаю, ну, может, вы меня не поняли. Ну, короче, вот я вам с вами поздоровался здесь. Там не обращайте внимания. Это было второе. И третье, я еще после этой серии, типа, сказал, в следующей серии мы будем работать машинистом. Но я вне кадра поработал машинистом. И, ребят, машинист поезда – это прикольная работа, интересная. Но смотря какой ты машинист. Если ты машинист грузового поезда, да, это кайф, это можно записать. Но если ты машинист, как это сказать, поезда... Короче, вы меня поняли, да? Поезд, который людей перевозит. Блин, как это сказать? Короче, пассажирский поезд, извиняюсь. Вот. На нем не очень прикольно работать и платят не так много. Ну, поэтому, ребят, давайте как-нибудь попозже мы с вами запишем это. А сейчас вы смотрите ролик там, где я получаю... Нет, профлицензию я тут не буду получать. Короче, там, где я просто покатаюсь. Ну, короче, смотрите ролик, все увидите. А в следующем ролике у нас совсем будет другая тема, уже будет охота. Короче, ребят, главное смотрите. Поэтому ничему не удивляйтесь, ничего такого. Ну, то есть, реально, это все мои фейлы, я виноват, признаю, окей. Ну, не буду вам, короче, сейчас промывать мозги, чистить уши. Не хочу вас отвлекать. Смотрите ролик, ну, или можете его выключить, посмотреть мои прошлые другие видеоролики. А потом посмотреть ролик про охоту, когда он выйдет уже. Поэтому... А, я же вам хотел сколько роликов наперед заснято. Ну, короче, ролика 3 минимум. То есть, не считая этот. То есть, не считая этот, 3 ролика. Поэтому, ребят, вот такие вот дела. Что ж, а я желаю вам приятного просмотра. Рекламы про контакт не будет. Ну, я и не буду... Решил не во всех роликах вставлять, чем вам мозги тоже парить. Поэтому давайте сразу переходить к самому ролику, но сначала интрушка. Погнали! Подписчики, зрители и гости моего канала, с вами, как всегда, Робик. И сегодня мы с вами поиграем на родню ролл... Чего? На Радмир Roleplay, третий сервер. Да, ребят, вот и следующая серия по Радмиру, наконец-то. Что ж, давайте приступим. Что-то не хотел. Так, откроем нашу тачку. И, ребят, сейчас я еду. Давайте, наверное, все-таки включим чат и мини-карту, потому что как-то без нее мне непривычно. Так вот, ребят, сейчас мы с вами едем устраиваться на какую-то новую, другую работу. Просто понимаете, ну, как бы, я деньги сейчас все просрал, в том смысле, что на охоте, короче, с этими всякими багами, то, а каких именно, ух ты, это типа тени такие, с этими всякими багами, типа олени под землей, то, что я по оленю попал, ну, короче, с этими багами я ушел в лютый минус на охоте, ну, как в лютый, в 40-ка. Тихо, ДПСники еще, блин, мне. А еще... Меня все равно этот вазик не догонит. Поэтому плевать я на него хотел. Кстати, он за мной вроде едет. Да, он едет за мной. Интересно, именно за мной или нет.
Ну-ка. Не, ну у нас не догоним, вообще на него пофиг. Кстати, мы не закрыли тачку и не пристегнулись, но не суть. Кстати, вазик это догоняет. Опа-на. Ох ты, боже мой. Ух тышка, что это было, ребят? Короче, меня остановили ДПСники. Я не знаю, как они меня догнали. Давайте, наверное, покажем карпас. 497. Лол. Да уж. Не ожидал я, что меня ДПСники остановят. Он мне типа штраф хочет выписать? Что вообще происходит? Хорош! Все, я... Все, я могу ехать. Так, выписал он штраф на сумму. КОАП. Чего? Чего? Подождите. КОАП. Давайте узнаем, что такое КОАП. 4500! 4500! Что такое? КОАП. Боже, ребята, чего? Вазик ездит быстрее гольфа? О, боже мой. Я в шоке. Да уж. Ребят, давайте... Короче, я чуть-чуть отвлекся с этими ДПСниками. Короче, смотрите. Я вам сейчас расскажу кое-что. Просто, знаете, Радмир снимать... О, мне ответили. Радмир снимать надо, ну, то есть я вижу, что вам заходит, но просто записывать, как я просто работаю, зарабатываю деньги, ну, как бы, смысл. Это не интересно никому. Штрафы всякие, приятные игры. А, понял. Просто мне интересно, за что. Ну, ладно. А знаете, а мне выгоднее, чтобы мне права аннулировали. А, не, я ж не права аннулируют, а штрафы все равно останутся. Так, давайте заправимся. Так, ребят. Блин, капец, чипсы вкусные. Извиняюсь, конечно. Но это просто убой. Кто не любит чипсы, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я хоть знал. Так, подождите, я вообще... Еду в центр занятости. Так, общественные места... Центр занятости. Прямо мне. А, так вот он, да? Да. Так. Что будем делать дальше? На какую же работу нам устроиться? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ой, мамочки, что тут? Нет, братан, нахер ты его убиваешь? Нет! Не убивай его! Где-то он ушатал меня.
Ладно, пофиг на него. Прием на работу. Шестой левел инкассатор. Ребят. Сейчас, секундочку. О, GPS. Просто мне... Работа машиниста. Мне просто очень интересно. Люди теперь, наверное, там, короче... Вот я смотрел про ДПСников, про ППСников. Они там на работу устраиваются. Именно идет набор. То есть там уже устраивают сами, как бы это сказать, главари, блин, начальники. Во. Как? Че, как еще? 100 тысяч куплю, а ему с Хантер бюджет 100 тысяч. Блин. А, кстати, ребят. О, боже, что он там на всех букует? А, не работает. О, все, мне ответили. Боже, как сегодня быстро работают они. Fuck you. Восьмой. Восьмой левел? Да ладно. Подождите, я же восьмой. Ребята, мы сейчас будем работать на самой прибыльной работе. Да. Оу-е. Так. Ой, GPS, чё я отвлекаюсь? МН, связь с администрацией, задать вопрос. Как устроиться на работу машиниста? Все, сейчас тогда мы находим банкомат, оплачиваем штраф и едем устраиваться на работу машиниста. Только у меня вопрос, как? Боже, радость, полные трусы. Я тебя не слышу, бро. Я не хочу, чтобы он садился. Я понял, ДМщик. О, они там друг друга быкуют. Я пока сяду, да? Все, изи катка, уехали. Долбини. Баю-бай, баю-бай, засыпай. Я смотрю, тут банкомат есть. Банкомат? На, нафиг. Ема меня унесло. А я так-то офигел. Ой, fuck you. GPS 520? А, то есть просто приехать и устроиться? А чё, так можно было? Так, я знаю, в Южном как раз моя работа, да? GPS 520? В смысле? А, GPS 5, ну, 20. В моем городе, да? В Южном, вот тут. Ой, вот тут точнее. Ну да. Что и требовало ожидать. Чего и требовалось, точнее, ожидать. Так, смотрите, мы снимаем сейчас бабосики. Снять. 10к. 10к. Другая сумма. 20к. Оплатить штраф. Посмотреть. 4500. Охеревший. Охеревший просто. Охеревший. Надо было ему взятку предложить. Хотя мне бы еще, может, штрафы больше дали за это. Иди, отвези. Да садись! Куда, бро? Куда тебя отвезти? Да задолбался я с этим переключением языков. Почему он автоматически не переключается? О! Ок! Прыгай! Я уже на секундочку подумал, что это Дэдик. Ну, Дэдди. Так, он первый раз должен вылететь.
О. Да не за, не за что, бро. Я не из тех, кто... кому просто тяжело отвезти чувака. Блин, а там лежачий полицейский на всю дорогу. Это херовенько. Полегче, друзья. Это что только что пролетело? Ну, проехало, точнее. Вот нахера вы такое делаете? Ушлепки на дорогих тачках. Вы думаете, вы... Боже, я вот просто... Вот так хочется матюкнуться, вот, ребят, ну реально, прям... Вот так хочется... Вот прям нету сил, так хочется... 1100... Мне тут бабосиков подогнали, 1152, братан, спасибо. Давай, бротик, бротик, бротик. Феликс Петров, если ты сейчас меня быстренько все сделаешь, ты тоже будешь... Ты тоже... Это он меня починил, да? Заправь, бро. ПЖ. Стой! Ты чё? Ты куда угнал? Тихо, чуть не сбил меня. Блин, как же они бесят. Как они стрёмно ездят. Ну, ты долго будешь? А, какие же они все медленные. Тут топливо в наличии. В смысле? Написано топливо в наличии. Чего? Боже, окей, окей, пофиг, мы доедем. Мы успеем. Мы сможем, я верю в нас. Так, так, так. Ну, зато хоть починило так дешево. Ля-л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 я
блин. Что ж вы все такие? Я не понимаю. Радмир, ролл-плей! Ролл-плей! Это не значит, что надо ездить по встречке. И лагать. Ну, лаги это ладно, это интернет. Ну, ролл-плей, блин, не знаю. Мне было бы не тяжело стоять на светофорах, если бы реально для всех правила были одинаковы. Я бы стоял даже минуту на том светике. Ну, если бы реально правила были для всех одинаковы. Ну, когда ты стоишь на светике, а вот, как я вам показывал, сейчас я вам покажу на светике ближайшем. У мамы. Пока. То есть нужно... Так, уже... Стоп. Один ПТ. Что такое ПТ? ПТ нужно? А, патроны. Ой-ой-ой, туплю. Цена 1 патрон на АК-47 200 рублей. Один патрон. Стоп, а на Дигл 150 рублей. Ну, на Дигл патронов так. 60 надо. 60. Умножьте кто-нибудь, пожалуйста. Это 600... Плюс 900 и добавляем нолик. 9000. 9060 патронов. Как невыгодно вроде. Ну похер. Алекс Королёв. Блин, вот это ID у тебя прикольно. 4 четверки. Ой, 4, 3 четверки. То мне... Я ж смотрю на четверки и мне хочется сказать 4. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это самый опасный переезд. Для меня. Тут пойдет. А! Стой! Не успел чуваку написать удачи, поднимись. Ох, ну надеюсь, он туда приехал, чтобы не просрать бабки. Да твою... Нет, только не красный. Да...
Ну какой нахер штраф? Ну за что? Ну твою дивизию. Гребаные лаги. А! Ненавижу лаги. Блин, а тут и баги никакие не сработают. А, ну пофиг, подождем. Газы. Ты чё, ты куда угнал? Я не понял. Только оплатил штраф и сразу еще один. О, блин. Вот эти заборы, они прям как будто знают. Ну, блин. Эти заборы... Так, а мне бы в продуктовый заехать. О, это, кстати... Сейчас я вам показываю, как надо объезжать эти гребаные штрафы. Вот так-то. О, блин, брат там чипсы жрет, я тоже хочу. А я ролик записываю. Печалька. Но мне кажется, это ненормально жрать на ролике. Побежали, побежали, побежали. 100 рублей. 100 рублей. И сейчас 2500 еще потратим на то, чтобы купить. Аж 2500. Так стойте, блин, я вот это мне бесит, что... Почему не сделать так, что там, где ты платишь за вход, что выход... Как вот, вот почему при входе спрашивают, хотите ли вы войти? Так главное, если бесплатный вход, просто нажмите Alt. А если еще и платный, нажмите Alt, заплатите, что это 100 рублей. А при выходе... Наоборот, блин... Это, конечно, мне кажется, неправильно. Или это наоборот сделано для того, чтобы люди бабки рубили на этих бизнесах. Что, типа, чувак случайно вышел, а ему надо. Прикиньте, в казино что-то. 5000 заплатил, чтобы войти. Так, мне еще дальше. Ой, шо, я не туда поехал? Бэшка, бэшка, бэшка. Твою дивизию. Вот что значит не туда поехал, друг. Долго беде не бросит. Деньги на казиноч попросит. Вот что значит настоящий верный друг. Бабки в казино просрёт. Потому что о-лё-лё. Я уже 2000, я уже 2000 просил руньков. Фунтик Араб-машина сменил на имя Кент Кинг Сайз, мамочки. А не, мне мой никнейм нравится. Вы бы знали, как я вначале был подписан, Робик и Ют. Не, ну я как-то, я просто раньше в Самп играл, и тоже там такая тема с РПшными никнеймами была. Но я ж не просекал тему, что типа... Тут я тоже как-то не подумал об этом. А вот и наше депо. Будут народики есть. А, это, я так понимаю, все ждут, да? Нет свободных мест. Вы записаны в очередь. Трейн. А если я отъеду? Вот. Ёб твою мать! 18 чегогреков. 18-ю дивизию чегогреков. Ребят, что будем делать? Просто покатались. Мы с вами просто покатались. Ну, то есть ролик никакой. Что бы нам такого поделать? Чтобы ролик не получился таким вот скучным. А ничего не поделать? Ну ладно, буду стоять тут в очереди, ребят. А если давайте поставлю видео на паузу и все, и продолжим. Окей, давайте, ребят. Или я попрощаюсь. Я попрощаюсь и... Кстати, это хорошо, что тут очередь сделана, а не полстопа туда сел. С вами попрощаюсь, и в следующем ролике мы уже с вами встретимся снова. И будем работать машинистом. Что ж, всем до новых встреч. Нет, стоп, что-то я рано начал. Ага. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. О, получили бесплатную рулетку. Уху! Ребят, предлагаю сейчас тогда поставить видео на паузу.
и перейти на сайт. Давай. Короче, ребят, пробовал я, нифига не получилось у меня крутить на рулетку. Что в хроме, что только что оперу скачал, что в телефоне пишет какая-то 500-я там ошибка, сервер error, все такое, все дела, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, не получилось у меня крутить на рулеточку, в следующий раз крутану. Ну, конечно, там ничего не выпадет, тем более это бесплатка, там с доната редко чего выпадает. А с бесплатки или деньги, или зазик, мотокросс, оружие СВТ, ну то есть такие мелочи прям. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Робик, всем до новых встреч, всем пока-пока, ребят. Первый подкаст, собак, это первый раз. Я не похожий на вас, я выполняю заказ. Светлый